У них наш парень пилот-разведчик. У нас их шпион. Мы хотим, чтобы вы вели переговоры. А вы хороший адвокат? Для нас обоих это первый опыт. Будьте осторожны. Как люди будут смотреть на нас? Как на семью того, кто пытается освободить предателя? Каждый человек важен. Почему мы его не повесим? Он шпион! Мы должны знать, что Абель рассказал вам. Нет, это останется между нами. Не надо читать мне мораль. Забудьте о правилах. Свод правил называется Конституция. Где они хотят провести эти переговоры? В Восточном Берлине. Люди в моей стране считают это открытым актом войны. Следующая ошибка наших стран может стать последней. Вы напомнили мне человека из моего детства. Наш дом захватила группа вооруженных людей. И этого человека, друга отца, избили. Каждый раз, когда он падал, он тут же вставал. Они били его сильнее. Но он все равно вставал. Думаю, поэтому они сохранили ему жизнь. И я его вам напомнил? Стойкий мужик. Стойкий мужик.